Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня у нас стрим по игре Don't Starve Together с подписчиками, да. Сегодня я буду играть и выживать за великого папайруса, конечно же. Буду собирать ягоды, цветы, траву и рубить деревья. Но я это буду делать не один, потому что на сервере на моем, который называется сейчас подписчики, есть, ну, еще пару свободных мест. Уже три подписчика, которым повезло, и они первыми присоединились ко мне в игру, тоже будут помогать мне выживать и собирать еду и всякие полезные предметы. Ну и, как обычно, начинаем мы с того, что нам нужно немного кремния, немного травы, немного камней. Пока что у нас есть спагетти, ну куда же без спагетти. Ну и, конечно же, есть чат с вашими комментариями, который, правда, вижу только я, поэтому пока я буду, когда я буду свободен от собирания всякой всячины, я смогу и на ваши некоторые вопросы постараться ответить. Кстати, я очень так удачно, смотрите, появился, морковку нашел, то есть еды уже неплохо у нас, да? Да, у нас уже есть 5 подписчиков. Ребятам очень повезло, сегодня будем играть вместе. Где мы появились? Вот уже, смотрите, Уилсон, да, у нас тут. Классический персонаж. Начнем с чего? Наверное, с кирки. Нет, наверное, с топора лучше начать, потому что древесина наша... Наш один из самых первых и важнейших ресурсов. Так. Вот уже спрашивают тут у меня, играл ли я в Paladins. Да, играл, причем на стриме. Было такое, да. И спасибо за пожелание об удачном стриме. Так. А, к сожалению, я, ребята, заранее не знаю, когда будет, какая игра и когда будет. Ну да, как видите, места все заняты. Еще и пауки рядом, смотрите, как удачно-то получилось. Да, вы, наверное, Санес, вы, наверное, хотите спросить меня, а как долго будет идти стрим? Ну что ж, я вам отвечу, стрим будет идти примерно час. Час будет идти стрим, то есть сейчас у нас 17:23 где-то, и мы завершим игру. Получается, ну, где-то 18:30. Как ты относишься к игре Team Fortress 2? Ну как, нейтрально. Поиграл немножко, посмотрел. Ну, в принципе, веселая игра, но мне больше нравится другого, наверное, типа игры. Хотя стрелялки я, конечно, люблю, но немного другие. Например, тот же Battlefield. Так. Нет, после Don't Starve я буду отдыхать, буду создавать для вас видео, чтобы сделать его красивым, чтобы его было приятно смотреть. За кем-то фроги-то бегают уже. Так, давайте проверять. Факел мы построить можем. Костер тоже. Угу. Бифала там кто-то уже нашел. Неплохо. Теперь надо идти искать кремень. Или кремень. Всегда путаю ударение. Паук. А ну-ка, давайте-ка мы паука. Потому что из него может выпасть паутина. Что очень даже логично. Нужен кремень. Потому что мне нужна кирка, чтобы добыть золото. А, бифала там, наверное. И камни тоже. Ну, там, может быть, рядом будет кремень. А может быть, кто-то из подписчиков со мной им поделится. Посмотрим, посмотрим. А сервер быстро заполнился. Ну, конечно, вас много. Название сервера я вам сказал, и вы быстренько его нашли.
Но, скорее всего, кремень, который тут был, уже собран давно. Ягоды прямо здесь? Да ладно, вы посмотрите. Я что-то не помню, чтобы... И березы тут растут. Как это понимать? И все, тут какой-то мир странный. Но это же, я понял, стиль мира безумия, поэтому он такой странный. Так. Да нет, в прошлый раз тоже было 6 человек. Ну, я и еще 5 человек. А где же у нас... Давайте по дорожке пойдем. На зеленом... На зеленой местности вон даже алтарь, да? Вот. Постараемся все-таки не погибать здесь. О! А что, у меня топор, что ли, сломался? Да, ну не может быть. Палочкой обязательно собираем. Сколько времени? У меня сейчас 5:30 вечера. Топор. Конечно, хочется кирку, потому что... Ох ты, ребята, так а здесь у нас болото. Мне кажется, туда как-то не стоит идти. Все разошлись. О, а вот... Во-во-во-во. Вот это уже лучше. Может быть, еще найду. Ну, камни-то, конечно, хорошо. А где тут кремень? Тут, наверное... Не ступала нога подписчика. Так, давайте костер сделаем и немножечко приготовим ягодок. И, конечно же, зеленый гриб. Чтобы мозги немножечко подправить. О, красиво. А будет ли сегодня Hello Neighbor? Не знаю, ребят, не знаю. Но знаю, что игрушка довольно мне показалась сложной. И мне не хватает одного цветка, чтобы сделать венок. Это, конечно, обидно, обидно. Так. Чуть цветок не съел. Делаем, наконец-таки, кирку и начинаем добывать камни. О, еще и кремень дополнительно... Появляется, отлично. Ну, можно деревья. А, деревья тут не посадишь. Ну тогда я. Кто-нибудь найдет эти шишки и посадит сам. Морковку тоже приготовим. Но гриб же их убавляет. Нет, смотри. Гриб я зеленый пожарил, и санити плюс 15. Санити это разум. Обычный зеленый гриб, конечно, сильно на мозги давит. Минус 50 мозгов. А жареный зеленый гриб, это уже другое дело. Минус одно здоровье всего лишь и 15 мозгов плюс. А сделай стрим про Бенди. А какой же в этом смысл, если игра эта, она уже мной пройдена, две главы, и записана? Да, какой же тогда смысл-то делать по нему стрим? И потом, что ж там такого стримить? Там на целый час, если игра проходится спокойно минут за 15. Так. Ну, селитру я пока подбирать не буду, она мне не особенно нужна. А вот рюкзак сделать, это да. О, можно милый зонтик сделать. Рюкзак. Для этого нужна машина. А машину мы должны построить с помощью чего? Золота, да? А, да, научная машина. Так я могу уже ее построить, сделать себе рюкзак. А алхимическую машину я построю, знаете где? Ну, как обычно, рядом со свиньями. Вот здесь можно построить, кстати. Ну, понимаете, для кого как. Вот для меня, например, Hello Neighbor показалось довольно сложной, потому что нужно очень хорошо знать дом и уметь правильно убегать от соседа.
Потому что вот так вот сходу не поймешь, где находятся секретки всякие, где кнопки. Там, я помню, мне говорили, нужно кинуть чем-то в кнопку, попасть надо, потом найти секретный вход, на крышу как-то там надо, там на крыше какая-то вагонетка у него, у этого соседа ходит. В общем, все очень хитро сделано. Ну, для кого как, для кого как. Так, значит, рюкзак. Рюкзак есть. Отлично. А, куда бы нам пойти? Давайте... Так, тут болото, что ли? А, давайте вверх пойдем. Так, на алхимическую машину нам хватит. Да, хватит. Все нормально, пойдет. А мы можем сделать... Вот, давайте выучим, как вот это делается. Как вот это делается. И как вот это делается. Чтобы Папайрус знал, как это делается. Как эти предметы создаются. Ответь, а как ты так легко прошел маленький кошмар, если вот так... Что? Не понял. А что ж там непонятного-то? Просто надо убегать от монстров. И все. Тихо, тихо, тихо. Киркой. Оп. А как же мне... Не, как же мне их разделить, чтобы они меня это... Оп. Тихо. Раз, раз. Нормально, нормально. Только я не вижу, что там выпало из него. Во. Полезные штуки выпали. Как долго будет стрим? Но я вот только что недавно говорил, что стрим у нас будет идти час, то есть где-то до 18:30. По-моему, он про кошмар из Hello Neighbor говорил. Нет, мне кажется, все-таки про Little Nightmares. Маленькие кошмары. Маленькие кошмары Little Nightmares. Так. А зачем его кикать? Что с ним не так? А что не так с игроком под ником Лостик? Тот вот спрашивает стрим по Undertale. Так, а я ж проходил полностью Undertale. Какой смысл? Какой смысл? Непонятно, объясните. Он не играет. Да? Ну, раз вы так говорите, то давайте мы выгружаем Лостика. Раз уж вы действительно так говорите. И пускай новый какой-нибудь игрок поиграет. Почему нет? Когда будут истории SCP? Сегодня была история по SCP, вот не так давно. Стрим Overwatch. Но ведь у меня нет Overwatch. Как же я могу его стримить, если у меня его нет? Некрос Го в Лигу Легенд. Ну, поскольку сегодня у нас стрим по Don't Starve, то в Лигу мы уже тут никак не поиграем. Кстати, понятно, я понял. А смайлик чары от Папайруса, это, конечно, страшно. Какая у тебя версия Don't Starve? Don't Starve Together, я не знаю, какая версия она, ну, в Стиме. Я не читал. Вначале, если выйти в главное меню, там написана версия, но... Зачем мне это знать? Я только знаю, что это лицензионная версия Стима. Вот и все. А больше ничего знать-то и не надо. А где у нас топор-то? А ты каждый день стримишь по настроению. Был момент, я стримил неделю-полторы подряд. А потом перестал.
потому что решил отдохнуть. О, ягоды тут, смотрите-ка. Можно прям с факелом их собирать. А, я первую ягоду забрал. Любимый SCP. Ну, вот тут сложно сказать. Интересные SCP — это те, которые доставляют больше проблем. Например, 173-й и, ну, частично 106-й. Вообще, если говорить об игре, да, SCP Containment Breach, то там вообще много интересных SCP, и самого интересного, да, ну, никак я не могу выделить. Вот, кто-то пишет, что смотрел Макс, да, старый стрим по Сонику. Ну да, и был и не один. Было время, Соник стримили часто. Так, а у нас, смотрите-ка, это-то... Ягодки-то портятся помаленьку. К нам? Можно ли к нам? Ну, вот видите, у нас места-то нет. Ну, вот, я вот лостик-то выгрузил с сервера по вашей просьбе. И одно место заняли, вот это последнее. Знаешь ли Star Wars? Конечно, знаменитая вселенная, кто ж ее не знает. Я даже играл, я помню, в какие-то игры по этой вселенной. На PlayStation 1, помню, играл. И у меня была такая игра. StarCraft стрим. Ну вот это уже проблематично. Потому как StarCraft это игра очень, очень сложная. Она очень киберспортивная. И... А что там... А зачем? А что там у вас? А зачем? Я ж тут вроде как... собираю... нужные предметы. Вон, кремний, смотрите. Все правильно мы идем, нормально. Главное собирать. И искать свинюшек. Академия джедаев. Но я не сильно... Не понял. Это что такое? А что это такое? Или я что-то не знаю? Что за тень-то? Так. А что за тень, извините? Что это такое? На поддержку пауков. Ух ты. Некрос, пойму, если не захочешь отвечать. Но разве тебя не бесят люди, которые вас шиперят в Данте, Крис? Просто, если я был на твоем месте, меня это очень бесило бы. Ну, пишут. А что? Мы просто друзья. Я ж человек спокойный, правильно? Так. А на чем я остановился? Остановился я на том, что... На тени. Тень. Что за тень? Ну так вроде как мне не сказали. Это работает за него. Это двойник у Максвелла. А-ха-ха, ничего себе. Максвелл-то, я смотрю, хорошо устроился. Нормально. Еду? Да. Подожди. Вот. У меня 5 жареных морковок. А, ну, конечно же, спасибо тебе за донат. Что такое? Тени слуги Максвелла. Да, мощный персонаж. Но все-таки он же... был на троне теней. Так, а где же тут? Угу. Здесь у нас пещерка есть, и там вроде как можно питомцев. Да? Создавать. На поддержку пауков. Кто это там у нас? Куку, король ты свиней. Меня когда найдешь? Да, а? Вот еще ладно, король. Ладно, шутки в сторону. Так. Ты ресурсы как собираешь?
На кнопку мыши или на пробел? Ну, обычно на пробел. Спасибо тебе большое. Обычно на пробел. Ну, и атакую монстров, соответственно, обычно на F. Обычно на кнопку F. А что такое? Это такая... Это темень так... Стоп, это поздний вечер. Так, где же у нас, интересно, свиньи-то живут? Спаун был неплохой. Появились мы прям очень в хорошем месте. Паладинс бесплатная. Ну да, а Overwatch нет. Overwatch нужно покупать. Да вот я и говорю, надо свинок найти. Чтобы там построить... Ух ты, а нужно будет еще одну алхимическую машину ставить, да? А научную, научную. Да потому что электрические штуковины-то мы не сделали, батарейки-то эти. Я их батарейками называю, не знаю почему так. Немощный? Ну, это я так просто... Я просто первый раз увидел, думаю, ну ничего себе, удивился сразу. Сервер, да, вот, заполнен. Тут много золота. Ну, хорошо, учтем. У меня, в принципе, 12 золота этого хватит. А вам не кажется, что свиньи-то на самом деле, скорее всего, вот здесь, там, где березы и еноты живут, не? Но это далеко идти придется, понимаете? Это очень далеко. У Максвелла слабые стороны. Мало хп, маленькая атака. Но за него, типа... так, клоны работают. Но каждый клон занимает где-то 20 хп. И будет держать их, пока не умрет. Ага. То есть он как бы разделяет свое здоровье и создает тени. Ну, в принципе, это, наверное, честно. Не знаю, я за него не играл. История Outer Tail или Outer Tail Sansa. Ну, в принципе, я учту эту идею, почему нет. Правда, я не думаю, что там много различий, но, как говорится, а почему бы и нет? Если кто-то мне про это пишет, значит, интерес явно есть в этом, правильно? В этой истории. Стало быть, об этом можно задуматься. Угу. Пока что все очень спокойно и тихо. О, началось. А, так у меня уже был факел. Ну, давайте этот дожжем. Снимать видео по мобильным играм. У меня есть видео по игре... Ой, Санса убили в темноте. Ага. По игре... как она называется-то? Растение против зомби. А еще у меня есть чай. А это я знаю, что Outer Tail в космосе происходит. Это я прекрасно знаю. Я просто говорю, много ли там отличий. Ну да, я что-то такое слышал, что есть в Hello Neighbor, да, в Привет, соседи, какие-то кошмары, что там очень много всяких теорий. Что это все сон главного героя. В общем, там загадок побольше, наверное, чем во ФНАФе. Ну что, не нашли мы свиней тут, да? Клон забирает рассудок. Мало того еще. И у него удар нормальный, его клоны временные на 3-4 дня. Ну, совсем тогда честно. Все честно. В итоге мы идем обратно. Чай... Нет, чай просто, не сладкий. Ой, сколько кремния-то! Всем можно кирки сделать. Вот дорога, а свиней нет. Ну, и так неплохо стартовали, да? Полезная информация.
Я понял. Прикол. Так, сервер подписчики. Вот он. Что это такое? А, да я тени-то эти плоховато вижу. Они меня пугают. Максвелл проголодался. Вот, кстати, Папайрус-то очень даже такой, он много не ест. Я смотрю, у него голод-то не сильно-то падает. Зима почти близко. На поддержку пауков. Как же я давно не бывала на стриме. Да, привет, Надежда. Экзамены, сам понимаешь. Я даже по тебе соскучилась. Заметила, учебная, что стало пора. Много историй с СП. Не замечаешь? Ну, порадовал да. Ты меня, Дентстерве. Хм. Как у тебя, кстати, майская погода. У меня, например, снег шел. То же да, самое. Вот она, Тюмень. У нас тоже погода такая странная очень. Сегодня, например, она довольно тихая. 5 градусов, но при этом нет... хотел сказать нет. Нет света. Нет этого. Нет ветра. Я вот недавно на улице был. Буквально полчаса назад. И вроде как плюс 5, а вроде как тепло. Да. А вот недавно было плюс 10, а было холодно, потому что ветер был. Да, да, я вижу другой скелет. Более ленивый, чем сам Санс. Так, пчел, я думаю, не надо сердить. О, так мы назад идем. Ну да, я думаю, скорее всего, свиньи там, где березы. Кто-то теории любит, кто-то нет. Да, да, все правильно. Еще золото. А кирка сломалась, что ли, у меня? Так у меня есть материал для новой кирки. Давай возьмем. Посмотри на всех игроков на карте. Вдруг кто-то просто стоит на месте. А они же не отображаются. То есть ближайшие игроки, я только ближайших игроков вижу, а всех остальных я вроде как видеть не могу. Мне кажется, нет. Нельзя так. В принципе, так не положено. У нас даже лагеря нет. У вас, да, даже нет лагеря. А мы просто этих свиней ищем. У нас сегодня безлагерный такой стрим получился. Да, так я уже говорил на этом стриме, что я в Team Fortress 2 играл. Просто меня впечатляют стрелялки более... такие немного другого формата, типа Battlefield. А ты любишь играть за оригинальных персонажей? Вы знаете, наверное, да, потому что есть среди них очень даже интересные, например, вот это вот персонаж-то героиня с зажигалкой и с сестрой-призраком. Которого призрака можно еще использовать как танка, потому что призрак реально может танковать монстров и очень даже их неплохо так месить. Бобер, да, тоже очень интересный персонаж. Я не помню, как зовут. Вуди, по-моему. Он человек, да, обычно, но потом, если... ночью он или что-то такое, ну, оборотень, он превращается в бобра и начинает просто лес, беспорядочный лес просто рубить. Ты можешь телепортироваться к игрокам и посмотреть, они АФК или нет. Ну, что ж, я буду каждый раз... не, ребят, вы давайте как-нибудь... вы мне сами скажите, если кто-то не играет. Ого. Если кто-то не играет, то вы мне сами скажите. А, у меня же кость есть. Я же могу его атаковать?
А, он травить может? Да ладно. Или это Санс? Это Санс, мне кажется, может ли так делать. Да-да-да-да-да. Не, Папайрусу Папайрусу не может травить. Он просто атакует. Ой! Я что-то испугался, что я думал, он сейчас на меня нападет. И что, ей даже не выпали эти? Не может быть такого. Ребята, а спагетти-то уже санете плюс 50. Давайте-ка мы спагетти съедим, потому как они уже портятся. Помаленьку. Так. А, грибок. Давай грибок. 120. Хорошо. Сейчас ягоду пожарим. Лостик АФК. Так его же нет. Мы же его выгрузили с сервера. Играешь ли ты в Бенди? Я записал на канале две... В смысле? А, то есть прям так будем ставить, да? Ну ладно. Я просто думал, мы свиней будем искать. Ну ладно, давайте здесь построим. Так, давайте смотреть, что мы можем сделать. Мы можем сделать сундук, например, да? У меня как раз доски есть. Так, давайте сундучок. Куда мы его поставим? Конечно, лучше кострище сделать, а не просто костер. Но для этого надо... да-да-да, смотрите-ка, для этого... Нам нужна... Нужна древесина. Да? Хорошо, где мой топор? Я сделал лишнюю кирку. Вот теперь я вижу. Ничего не надо, как? А, все, кострище есть. Магия. Просто магия. Так, кирка кому нужна? Ну, хотя я ее оставлю. Шишка можно посадить. Угу. Копье надо сделать. Точно. Хотя у нас же есть... Ну, в принципе, если Папайрус не умеет травить, то копье тут понадобится. Надо также сделать нам броню. Да? Броню надо сделать. А где она, броня-то? В оружие, наверное, да? Мясная бита. Ну, мясная бита круче, конечно. Рок Вольт Козы. Моргенштерн. Это еще, наверное, круче штука. Травяная броня. Деревянная броня. Мраморная броня. Ну, деревянную давайте сделаем. Нужна веревка. Две веревочки. И древесина. Все, мы знаем, что делать. Нужен громоотвод. Согласен. Согласен. Потому что если бабахнет сюда молния, то это будет... А, это что такое? Мраморный росток. А зачем тут нам? Ну, пусть будет, ладно. Дождиметр. Громоотвод. Пожалуйста. Так, а мы его куда-нибудь... ну, наверное, сюда поставим. Всё. Теперь нам молния не страшна. А это откуда пепел взялся, не понял. Так, деревянная броня. Ой, как много древесины-то надо. Clone drone in the danger zone. Я слышал, что там много... Я, конечно, учту этот момент. Я слышал, что там большое обновление. Что там... Якобы новые режимы появились или что-то такое. Так, ну теперь Папайрус стал немножко крепче. Деревня свиней, где? Где? Где она? Пойду пока погуляю. Может, еще что найду. А, видимо, там. Налево или направо? Давайте налево пойдем. У нас вообще дождь пошел. Ну, у нас... У нас недавно... О, понял. Вот здесь деревня, походу, да? Или нет? Обычно
в деревне свиней есть такие вот места, да, скопления всяких. Во-во-во-во, да-да-да-да-да. Вот деревня свиней. Хорош. Хорош. И тут уже лагерь построили. Ну, правильно. Можно даже... А, научную машину тут не создашь, да? Приручи свинью. А как? Надо что-то дать свинье? Покормить? Что это за сервер такой? Это сервер, я его создал. Для ребят. Называется подписчики. Привет, Некрос, с тобой можно? Привет, Конган. Можно со мной, но если есть место. А мест, как я понял, нет. Так. А, не, надо, конечно, сразу бы алхимическую создать. Чтобы у нас несколько было лагерей, да? Алхимическая... Электрическая, все тут надо. Не трогай березы. Ну, я знаю, что может этот выпасть, но мы же вместе сможем этого монстра мясануть. Так, одна, вторая. Ну, это можно и пожарить, съесть. Так, так, все. Ягоды тоже пожарить надо. О, у меня еще шестеренки есть. Отлично. Они тебя съедят. Алхимическая машина. Так, еще нам надо доски. Ага. Ну, сейчас мы... Березы. Ничего страшного. Тут просто недалеко идти до другого леса. Ну да, далеко, поэтому... Рядом с нами куча гончих и босс. Ну и ладно. Тем интереснее так-то. Почему папайрус? Просто потому, что я так захотел. Логично же. Логично. Все, свинки спать ложатся уже. Уже скоро ночь. SCP. Играл ли я в SCP в Гаррис моде? Ну, что-то такое пробовал, но не уверен, что это именно оно. Там можно было... Нет, мне кажется, не пробовал. Я просто помню, что я с другом создавал этого скромника, который бегал за нами. Такое было, да. Ты знаешь, как писать в чат? Да. Y. То есть Y. На доски. Раз и два. Так, фриск, отойди маленько. Во! Вот теперь красиво. Вот теперь прям как надо у нас все. Так, это нам вроде не нужно. Мясная бита. Ну, нужно мясо и шкура свиньи. Было бы неплохо холодильник, а то у меня, видите, вон... Ягоды-то все портится помаленьку. А, Некрос, знаешь еще игры, в которые ты мог бы поиграть с подписчиками? Ну, в принципе, мысли есть по этому поводу. Но сейчас, я думаю, нам не стоит отвлекаться. Сундук. Да, тут много древесины понадобится. Открой подарок. Так, его ж нет. А где подарок, если его нет? Нет подарка. Так-то. Но я должен запомнить. У кого-нибудь есть молот? Молот? Вот молот, пожалуйста. Сейчас ночь закончится, и мы немножечко древесины подобываем. А то что-то совсем мало.
Во. Одной палки нет. Оп. Раз, два, три. Во. Сундуки. Сундуки надо делать. Деревья рубить. И мясо нужно. Го как-нибудь в Гаррис Мод. Ну, это у нас... Это будущее. Ну, мы посмотрим. Сейчас мы играем в Don't Starve. Енота убили. За что? Ну, мясо нужно, как бы, понятно. За то, что нужно мясо. Нормально. Они шишки едят? Не знал. А, из-за вебки не видно, есть ли подарок. Нет, пока нет. Пока что нет. И сделай ферму. Хорошая мысль, но кокулик нет. Хотя кто-то говорил, что видел бифала. Они могут даже здесь быть, хотя что-то сомневаюсь. Они, скорее всего, тут. Тут там где-то. Можно попробовать, хотя тут может быть драконье муха еще. Понимаете? Тут еще не факт. О! Да-да-да, тут магма. Тут драконья муха где-то ходит. Вот она. О, ну я прям... Дратути, некрас, игроки сервера и ютуб. Дратути, дратути. У меня 4 кокули. В смысле, 56 кокуль, что ли? Вы что? Где вы столько добра нашли? Сейчас березы оживут. Да пускай оживают. Тем интереснее будет. Покорми свинью, и она сделает кокулю. Да, кстати. Можно он ягоды. Где там свиньи-то у нас? Ягоды как раз не свежие. Нормально. Твоя, отойди от меня. А, уже не хочет? Да ладно. Главное, мясо монстра не корми. Хорошо, я это учту. 4 кокули. В смысле, сразу 4? Как это сразу 4-то? Вот это интересно. Так, что теперь? А, он еще. А, не, по одному. А что, удобно, смотрите-ка. Очень даже удобно, да? Так, ну ферму сейчас будем тогда что-то думать. Простая грядка, улучшенная грядка. О, отлично. Вот это мне нравится, это круто. Теперь... удобрять надо, да? Нужно семечко. А семечек нет. А семечки обычно птицы приносят. Как со мной поиграть? Найти сервер подписчики и зайти на этот сервер, если есть свободное место. А его нет. Понимаете? Так. Не понял. А что не так с грядкой? Почему я не могу... А, уже? Уже кто-то, я даже не заметил, кто-то уже семечко-то посадил. Термальный камень. А зачем нам он сейчас-то? Ну ладно, пусть будет. Собираем на видео. Да, собираем, что нужно, ребята. Еды. А еды-то особо-то и нет. А, вот насчет холодильника, кстати, мы. Еда. Спагетти вон можно делать. Тефтели, кукуруза, лепестки. Грибная плантация. Так, а где у нас холодильник? О, холодильник можно сделать, ребята. Отлично. Так. Новый сериал. Ой, да ладно, я не знал, не знал. Но я знаю, кажется, эту вселенную.
На обоих базах, да-да-да. Так, что еще мы тут поделаем? Казан надо бы сделать. Фонарь. Казан. Где казан-то у нас? В еде. Угу, древесный уголек надо нам. Так. 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 И... где там у нас? Сейчас мы... добудем. Во, да-да-да, правильно-правильно. Правильно мыслим. Это подбираем. Тихо-тихо. Сейчас мы древесный уголь будем собирать. Оп, главное, чтобы вот куст не сгорел. А то обидно как-то будет. А, спасибо, Алексей, да. Стрим уже удачный, все нормально, все отлично. Спасибо за пожелание. Ага. Так, сейчас мы... где у нас топор? Сейчас мы будем... где он, где он? Или он сломался? Он сломался вроде. Так, а я же хотел уголь собрать. Ну, ладно. Тут еще есть. О, тут еще хватит мне. Бам! А вот это плохо. Это что такое? А, шишка. А знаешь ли ты о том, что будет фильм по Андертейлу? Ну, вообще, что-то я слышал такое. Якобы что-то такое есть. Что-то вроде что-то такое, говорят, будет. Было бы прикольно. Так, стоп, а я не понял. А что это у нас тут за дождь такой начался? А как мне зонтик сделать? Милый зонтик. Лепестки. А у меня лепестков-то нет. А, обычный зонтик как делать? А, шкура свиньи нужна. Вот это плохо. Это плохо. А что же делать? Зонтика нет, ребята. Вот это, конечно... А, все, уже можно... А, нет. Еще грядка еще не готова. Он бесконечный. Выпадают каштаны, их можно есть. Нет, а я думал, что только свиньи так делают. Ну, вот эти вот. Подарок. Ребята, открываем подарок. Рубаха в клетку. Интересно. Но, видите, у папайруса просто такая броня, что... одежда вот эта вот дополнительная не смотрится. То есть он сам по себе... он сам по себе хорош. Папайрус-то. Это для других персонажей нужна. Форма такая у папайруса. Неподходящая. Тут рядом бифала оказывается. Да? Где? Вот это? Ну, так там еще и драконья муха рядом, ребят. Это нехорошо. Так, это в холодильник. Гриб. Тоже в холодильник давай. Да-да-да. Некрас, а ты много знаешь о Тугезере? Ну, не сказал бы, что много, но... ребята помогают. Что-то рассказывают. Вот, дождь сам собой кончился. Отлично. Потому что свиньи нужны. Но и шкура свиньи тоже нужна. Что такое? Кто-то... золото? Кто-то дал королю свиней полезный предмет? Некрас, когда ты будешь играть в Clone Neighbor? Ответь. Отвечаю, я не знаю когда. Все просто. Лунный камень. Откуда он у меня вообще? Камень, который пришел с Луны. Логично. Ух ты. Это как называется-то это вообще?
диковинная ягода какая-то. Ага. О, еще лунный камень. Оказывается, уже кто-то собирал. Я в сундук положил лунный камень. А, ребята, алтарь слева около портала? А, ну это уж я не знаю. Я алтаря еще не видел. А что играешь? В смысле? Не понял. Во что играешь? Играю я в Don't Starve Together с подписчиками, с вами, то бишь. В смысле, сделай историю про никого? Это как понять? Это кто такой? Никто, это кто-то. Никто, это кто? Вот такой вопрос у меня интересный. Повезло, да, у Папайруса, конечно. Папайрус к еде не требователен. Но, надо где-то мясо добывать. А то так дело не пойдет. Ну-ка. Ой, это как-то долго я буду. Это я долго его буду. Главное, чтобы он не улетел. Бам! Бам, это ж не Санс, не такой имбовый. Зато смотрите, какое мясо из него вывалилось. Замечательное. Кстати. Ленивые кости. Обломки костей. Из этого можно сделать оружие. Да. Где моя кость? О, заяц. Кролик. С одного удара кролика. Неплохо. Это легко мясо добывается. Легко вообще. Мы в казан это все сможем. Или казан я еще не строил. А, я казан так и не построил. Кактус. Ну, кактус он колючий. Ну, давайте просто ради интереса. Один хп потерял. Мякоть кактуса. При этом, смотрите-ка. А то, что мы одно хп потеряли, это вообще не страшно. Вообще не страшно. Так. Колючий куст. А отсюда что мы возьмем? А что мы взяли-то? Что-то непонятно. История про Don't Starve. Ой, ну это надо уже знать конкретно игровую вселенную. Ее историю нужно изучать. О, еще мясо. Вообще легко. Так, казан. Казан я хотел сделать. Вот казан, пожалуйста, рядом с холодильником. Так, два мяса. Даже три мяса. И можно еще гриб добавить. Ну-ка. А где гриб-то? А, во. Жареный окорочок. Какие тут вкусности-то, оказывается. Так. Сейчас мы мясную похлебку сделаем, если я не ошибаюсь. Хотя, может, и ошибаюсь. Но зайти не получается, конечно, пока слотов не будет свободных. Казан и плов. О, ну это тоже неплохо, кстати. Тефтельки. А ведь он спагетти может сделать из тефтелек-то. Между прочим, спагетти. Один лепесток, одна кукуруза. Ну, и тефтельки тоже сойдут. Так, дальше поехали. А, венок испорченный. Ну, тут как бы все понятно. Жалко, что из него цветки достать нельзя. И использовать их, да? Так, это что? Что за звуки? Это пауки или капает что-то? Не понял. О, тихо. Перекати поле. Стой! Стой! Что там? Что это? Гордов узел. Это к свинье. Ну-ка. Тем, что непонятное, свинье отдавать надо.
Я не знаю, кто такой никто. Это SCP, что ли? Ну, ладно, мы сейчас не будем им отдавать, мы утром отдадим. Еще палатку, кстати, не мешало бы поставить. Некрос, ты давно в Ютубе? В Ютубе я давно, с 11-го года. Так, что у нас там еще-то есть? Это нам не надо. Термальное, что это? Защита от перепада температур. А, это камень. Причем кирка нужна для него. Свиной мешок. Спальник. Спальник, в принципе, пригодится. Палатка. А у меня как раз есть все, что нужно. Вот это мне нравится. Спасает от безумия, но и сытости. Давайте-ка я палатку сделаю. А, нет, мне не хватает этих, да? Палок. Палок не хватает. Да, не, мне не хватает, что-то я... Обрадовался, и травы теперь еще не хватает. Ну, здрасте. Так, ну я, конечно понимаю, что туда лучше не идти, но там есть что-то съестное, поэтому... Тихо. Ну вот хотя бы вот эти вот птицы. Пожалуйста. А вот песня есть про Донстаров. Не слышал. Хотя, может, и слышал, да не помню. У меня, наверное, и места-то уже нет. Хорош. О, кролик. Ну, с кролика по-любому мясо упадет. Кусочек мяса. Нужно, видимо, большое мясо, да? Ну, ничего страшного. Оп. Сейчас мы пособираем кактусов. Попробуем из кактуса что-нибудь себе сварить прикольное. Так. Как давно... Так, что тут за вопросы? Мне 27 лет. А ты в Don't Starve играл, не в Together? Да. Да. Я помню, что было очень сложно. Очень сложно было. Думал мясо. Ну ладно. Ой. Санс за скелетон был убит пауком. Ну как же так-то? Чёртовы пауки. Как на сервер зайти? Да как? Никак. Места-то нет. Было бы место, зашел бы. Ой. Что такое хардкорный персонаж? Видимо, персонаж, за которого сложно играть. Мне так кажется. Не уверен, но мне так кажется. Готовим. Мне нравится этот звук, когда что-то готовится. Прикольный звук. Некрос играл в World of Warcraft. Да, играл. За мага. В основном ледяного. О, тефтельки, хорош. А теперь попробуем вот что-нибудь из этого сделать, посмотреть. И посмотреть на свойства. Так. Что это? Хорош! Мякоть кактуса, санити плюс 15. Довольно сильно. Так, а что в итоге из кактуса будет? Мне кажется, это очень... Ух ты! Рататуй, 25 хангера, хелс 3, санити 5. Но мне кажется, что лучше просто 4 кактуса съесть, а не рататуй. Мне так кажется. Не сильно-то это полезно оказалось. А, Некрос, тебе нравится проводить стримы и радовать подписчиков своими видео? Ну, конечно, как по-другому-то? Естественно, нравится. Что за вопрос? Так. Опа, птица.
новый игрок, смотрите-ка. У нас новый... Опять подарок? О-о-о! Да сегодня нам везет на подарки. Так, такое уже было. Футболка-то. Откуда у тебя коробки? Какие коробки? С подарками, что ли? Ну, что-то как-то везет сегодня игра. Подарки дарит. А Warhammer 40 тысяч играл? Конечно, да. В первый играл. И вот пробовал играть в... третий Dawn of War 3. Говорят, ну, она не всем, далеко не всем понравилась. Половине понравилась игра, как я понял, половине не понравилась. Уи! О, чара. Нормально. Вроде ж фриск был. Что за ерунда? Что за магия? Ну. Птица, когда взлетает, бессмертная, что ли? Что бы еще такое построить? А, кость. Надо кость. Слушайте, а мне нужен три обломка костей. О, мясо. Нормально. Все, кость сейчас сломается, походу. Да, кость сломалась. Значит, надо эти обломки искать. Что такое там? Кто-то со свиньями дерется, или мне кажется? Что такое? Сделай хилку. Какую? Какую конкретно? Или Уилсон? Жертвенное сердце. Лечебная мазь. Пепел надо. Сердце сделать? Можно. Трава нужна. А нет травы? А где она тут есть? А, сейчас сделаю. У меня нет 40 хп. Сейчас сделаю. Ждешь Outer Tale? А почему нет? Больше фанатских игр. В казан добавь один кусок мяса и два кактуса. Посмотри, что получится. Нет, подожди, а еще? Или можно так готовить? А разве так можно? Разве можно готовить... Три предмета. Ну ладно. Ауч. Жертвенное сердце. Ок. Кому? Ух ты. Проблема. Кому? Тебе надо сделать, да? Та-дам! Все, хорош, Санс вернулся. Да, я слышал, что будет фильм по Undertale. Руки пошли, руки пошли. Кусок мяса, говоришь? И два кактуса. Так нельзя ж так, вот так только, если можно. О, видно даже, что горит. Какой твой любимый жанр музыки? Да разные, мне разная музыка нравится. Один какой-то не могу выделить. Ждешь Бенди и чернильная машина? Да, третью главу жду. Надо будет снять, как она выйдет. Это ж крутая игра. Дальше что смотрим? Что делать? Удочка нам не нужна. Это нам не надо. Так, скошенный веер. Терморюкзак. Ну, забор тоже пока не нужен. Может быть, просто побегать, посмотреть что-нибудь? Вот дальше туда. Ну там, видите? А, так стену уже вон Уилсон строит. Хорош. А после стрима ты мир удалишь? Ну, да, наверное. Я не уверен. Может быть, удалю и заново будем.
Может быть, заново, допустим, можно с зимы или с лета, или там, ну, по-разному играть. То есть я пока не решил, может, удалю, может, нет. Ну, посмотрим. Ну-ка, обычно я его удаляю, чтобы заново развиваться, потому что чем дольше играешь, тем меньше можно найти что-либо интересного. О, вы слышите, да? Гончие гавкают. Да-да-да-да-да, они скоро придут. Правда, у нас и стрим сейчас-то будет завершаться. А, да. Звучит не как хорошее время. Да, ты прав, Папайрус. Звучит как очень плохое время. Они сейчас побегут. Агрим на бифала собак. Ну, о, гномик. У меня гном. Сейчас они сюда прибегут все. Да, Бенди жду. Бенди класс. Бенди супер. О, здрасте. А, не получается, да? Только один раз у меня получится ударить. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. О, нормально, только это мясо монстра. Вообще, можно, мне кажется, несколько раз ударить. Папайрус неплохо сражается, недаром его Андайн обучала этому ремеслу. Ну, судя по там, по ударам ножа, там чары тоже с кем-то справляется, по-моему, да? Здесь вот где-то у нас... А, это что такое? Это что такое? Мраморная ладья какая-то. Ну-ка, ну-ка. Не? Добыть можно что-то? Ух ты, мрамора-то сколько! Ничего себе! Смотри, а почему? А, все уже нельзя добывать? Я думал, можно. Так нечестно. Если вырастет кукуруза, скажете, хорошо. Ух ты, это что такое? Фигура пешки, эскиз. Смотреть. Понял, скульптура. Надо... Можно построить... Знаете что? Гончарный круг. Вот такой. Так, погодите-ка. Папайрус же у нас умеет скульптуры делать. Папайрус — великий скульптор. Во! Еще и сытый. Ну-ка, я сейчас приду. Лишь бы на эту не набежать на муху. Так. Материалами на деревянную бронь. А у меня вроде... У меня мало бревен. Сейчас мы сделаем скульптуру. Где нас там? Что-то это жужжит. Это мне не нравится. Так, гончарный круг. У нас будет уголок ремесла. Ну-ка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О. Можно скульптуры делать. А как? А как? Вот я...
эскиз сделал, да? А, вижу. Создание скульптур. Фигурка пешки. Ну-ка. Ух ты, так Папайрус-то у нас великий скульптор. Можно поставить куда-нибудь. Каменный блок? Сейчас, подожди. Но, сейчас. Во. Так, куда его можно поставить? Вот так можно поставить. Прикольно, пешка не нужна. Ну, а я не знаю, что нужно. Просто. Ну вот и иди. Вот и иди с этой тяжелой штукой. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, чтобы не пропускать новые видео, не забывайте нажимать на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Все, всем пока.